Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Розе. Играю на сервере Леона 02 в Lineage 2 Mobile. Состою в клане Хаос, который воюет против Зерга. У нас есть... Примерно так я хотел начать свое видео, потому что... Блик свободных сплотил нас великий хаос. Ну, примерно вот такую хотел я песню спеть, но не буду, потому что это фиаско, братан. Я думал, что вступаю в партизанский отряд. Ну, оно так и есть, короче, там в хаосе активных примерно человек 12 против 200 зерга на сервере. Я думал, мы будем там бегать, что-то там выдумывать, какие-то уловки там. Ну, оказалось, все очень просто. Это писец. Но ничего плохого о людях в клане не могу сказать. Вообще ничего плохого. Вот клан ПВЕ и Хаос — это небо и земля. Я зуб ставлю, отвечаю. Просто посмотрите нарезку моментов из жизни клана. Тигр беру, Розе беру. Базилу зачекните. Чекните базилу, что там происходит. Один зеляка стоит на базиле. Все, прыгаем базила тогда. Прыгаем базила. Две пачки есть собраны? Базилу вы можете отжать спокойно. Так. Давайте базилу стрелку убиваем. Он сказал, типа, блядь, нет сейчас возможности играть, устал, я ухожу. Как и все, собственно, потом встречаете его в МГ через полгода, через пару месяцев, или через полчаса. Через полчаса, да, действительно. Сутки же, через сутки хотел. Ну, он три дня назад, говорят, вышел. Ой, блядь, тут кепка какая-то. Я, блядь, с масухами. Блин, я тоже с масухами. Я отключу. Ну ладно. Не, кепок вижу, я сразу выключаю. Но... То, что сам себя вспоминаю, как меня МГ пидорасили просто, блядь, толпой. Кирилл, всем доброе утро, блин, проспал, походу. Да ничего уже, ничего, не важно уже. А в данж никто не хочет сходить? Ну я могу сходить. Его стать попробую. Пойду. Которые висели на почте, можно забрать. Да, я думаю. Да, если игра запустится, то да? Я скажу. Да, а я вот узнал о них, блядь, только на твинке. Слава тебе, господи, господи. У меня вот эта точечка красная, она меня так муляла, ебать. Они сегодня в 3 часа должны были пропасть, а так им замену уже дали давно. Ты выбил? На 4 этаже? Да. Красавчик. О, красава. Не я выбил, я спрашиваю, кто выбил. А, кто выбил?
Безымянный воин. Не слышно бывает, пропадает. Ну да, мне послышалось, типа я выбил. Почему он меня бьет? Боялся, тебя иногда плохо слышно, Игорь. Так, так что, кто-то хотел в данж пойти? Да, только не вдвоем, мы не вывезем. Там кристалл убьют раньше, чем мы, блин... Не-не, я вчера, позавчера, короче, с арбом, но арб был 55 уровня, я случайно, я забыл, что кристалл, и мы с ним вдвоем пошли, и мы до босса дошли. То есть босс его убил, и после того, как босс его убил меня. Я тоже считаю, что можно спокойно вдвоем. Ну нет, я согласен вчетвером пойти. Дайте зайти, блядь, я тоже за данж. Блядь, не могу просто, пиздец, он на NCSoft висит минут 5 нахер. Хер зайдешь. Китай пати. Ладно, пойду я спать, короче. Давайте. Давай, о, спасибо. Давайте, пойду, ребята, делать дело, короче. А я пойду под ДВ пробегусь. Ну, доктор Хус, это кто? На ТП, а на этом, на орка. Я регенерирую сейчас. Ты в пати? Я нет. Напиши пати и плюс чат, хуст тебе пати кинет. Они убили, тэпайся прям на этого, на Зарыча. О, чумба. Никого не оставляйте в живых. Хус не видит, наверное. Кто не бьет, блядь? Дезмонд Лолан. Я еще вернусь за вашими душами. О, так уж пачка есть. Что хус пропал? Походу он на чумбе играет. Идёшь в данж? Да я, да. О? Нихуя! Мне выпала блеска. Подождите, это откуда вообще? Блеска на бижу. Нихуя, подожди, откуда? Где ты? Чё ты открывал? Где ты лазил? Я тоже знаю, хочу. Я не знаю, сейчас гляну, конечно, но я вообще не понимаю, откуда. Потому что я ни разу блеску на бижу не видел. Возможно. Ведь я первый раз. А что там за клан РБ какие-то появились? Ты там писал, что... Хайскейлс вышел из этого клана. Идет в МГ. Хайскейлс пи***. Согласен. Что такое? Меня никто не бесил, понимаете? Я невероятно спокойный человек. Меня, чтобы вывести из себя, это нужно прям очень постараться. Тем более в игре. Он единственный, кто смог это сделать. Ну, как сказал Омар Хайям, чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало. Два главных правила запомни для начала. Уж лучше голодать, чем что попало есть. Уж лучше быть одним, чем вместе с кем попало. Четко. Блин, я этого хочу босса хоть посмотреть, как выглядит. Да мы сейчас его ёбнем, чё там? Какого он левела, 80-го? Раб земли, охренеть. Банк. Тут тебе просто два кольца. Бля. Это какой-то интересно, типа слуга Антараса или это Антарас считается? Ой, чё, въебём его, ну? Да понял, ёбни. Загрызу, ты чё? Я нет, раб
Че прикольный блядь. Такой? Очень веселый. Нихера себе, блядь! Это он под крестом еще задувал, не да? Ломил-то. Жесть. Не, прикольный такой, бать, он охуенный. Пошел нахер! Пошел нахер! Ебать он кусанул, парни! Ебать он кусанул! Жесть, блин! Нет, нихуя, на Антараса даже не наш уровень, не братан, не наш уровень. Не, ПВЕ надо, короче, а то получается с ПВЕ выходят и идут в эти, блять, воровские кланы, они там выкачиваются, это как Академ, короче, ОМГ, Интеров, я так понял. Так это ж вот эти Силуану хуй выкачились по ВЕ, да? Ну да, они стояли. Интемирата, это ж они все в ПВЕ были, правильно? Они у нас до этого ж были, да. Я знаю, но потом они ушли в ПВЕ, да? ПВЕ потом, говорят, выгнали Силуану. Ну так где-то. Да ладно. За что интересно? Потому что он не соблюдал правила. Да. Он же должен, когда приходит кто-то на спот. И должен подставлять, короче, и уходить. А он не захотел подставлять и вышел. И просто ушел сразу в этих, к ним же, блядь, к врагам. Кому он там... Ну видишь, теперь он приходит на спот, и ПВЕ ему должны уступать, видишь? Ильяна приехал. Убиваем, Эми, убиваем. Добиваем остатки. Базил преснулся. Базил реснулся, надо бить Базила, бейте Базила. Там это самое, там Фелис резнулся. Фелис никто не бьет. Фелис никто не бьет. Все на Фелис прыгайте на голову. Тут 187-й ТП, ТП. Давайте на голову, срочно прыгайте на голову. Добиваемся. Ну бейте, ну что ж вы так мало-то, блядь. Джека, больно. Те на Фелис летите. 187-й пытается добить. Монгера, убейте, убить Монгера. Все. У вас мало здоровья. Супер. Хорош. 187-го убили. Сосать! Бакшиш, бакшиш, бакшиш! Вот так, БСАЕД. О, только. Убиваем, ловить. Монги. Бомет. Басит, там. Рок, ты где там? Рок, ты. Бля, это хуя. Не регрупнули все. Сейчас иду. Да, я сейчас заинвайчу мокрый. Михаил. Хорош. Мизбол твое дело. Мизбол, да, улетело. Был и не стало. Забираем. Подходим. Раз, два, три.
Блять. Охуенно, раз, два, три, конечно. Впереди. Улетело. Там на ТПшке. Бакшиш, идите сюда. Я думаю, вы пати свои заберете, справитесь. Пойдем, не, нам надо всем его забрать. Не. Я не вижу его на радаре. На Розе, на меня, я вот. Да. Сладенький. Поехали. Подходим, уярим все вместе. Михаил где-то сзади. Блять. Михаил. Мог лучше не забрал. Не, я же говорю, контуженный немножко, забрал. И мокрое. Твоих сразу был. Нихуя, если честно, у Михаила дамаг ебать страшный вообще. Так это ж донаторская. Чи интерпрайсовская. Чего, погнали, да, через полянку встаем к морде Диабло и стоим, качаемся. АОЕ подрубаем, улыбаемся, как ебашим. Улыбаемся. Не, у двома вообще должен быть шикарно. Нормально. Давай, сливаем. Михаил. Бакшиш. Крест, где мой? У вас мало здоровья. Бля, где мой крест? Улетел, блядь, крест. Михаила, давай Михаила первого. Блять, я не могу к мобам подойти, меня толпа мобов хуярит. Так, он посвешнулся, все. Бакшиша пиздим, все. А кого потеряли? Никого. Ну вот, бакшиш на мне, ребят. А ну да, я забачу, я. Иди сюда, спасал. Вот трое бегут, бакшиш и Миша сзади, и вот этот хуй. Кача ПВЕ, бля, меня будет выносить. Кресты, блядь. Миша. Да, Михаил, за мной. За Мишей, все Мишу. Самого слабого, сука. Это в Антарасе или где там? Да, четвертый. Сука, заебал свое сало вонючее кидать, блять. Богу, беги. Раз, блять. Тут их трое, блядь. Михаил. Я бакшишам, а не на жопу бегу. Там человек... Кого? Охуеть. Михаила убил. Есть. Хорош. Красава. Бегите туда, Гера. Мисс Голд, бейте. Мисс Голд, выйдешь. Ребят, не могу кресты раздавать почему-то, блядь. Не вижу. Бля, мокрая, сейчас откиси. Высохло. 5 варов, короче, вместе с Дэдди на Зарыча. 5 варов, давай, Виктор. Давай. Раз, Боже, два, три, на Зарыча. Давай, тут нашего бьют пока, давайте. Я гривролл лорд добил. Давай, Кингер, молодец. Хорошо, следующий. Эльфир. Эльфира, да, потому что Кустер Дэдди. Танк. Глада, лучше Глада первого. Линк. Хорош. Хелпер. Все, прогнали. Цветочек, где он, но? Не видно, все. Так, стоим, давайте возле этого. Блять. FCDD. Да он куда подойдет. Давай. Убивать. Не, там же шаг. Там вот этот пацаненка. Сорян, у меня масухи. У меня масухи, я не могу. Я их выключаю, конечно. Никто не смеет мешать. О, шикарно, по 30 калблин с моба. Хорош. Да, вы прям сегодня в ударе. Что-то, короче, вам ММГ сегодня сделали плохое, чувствую. Да, нет, у нас каждый день такая. Сегодня прямо не выписали. Нет. Левыми аккаунтами, блядь, их просто сливают без боли. Угу. Это была точка, какие у меня нахуй. Вот это бунка ебаная.
33 или какой-то. Убивайте. Что? Все, не бежим, не бежим. Да нет, это же не просто для брата. Иди, я вырубам лесу. Я еще вернусь за вашими душами. Ну, что сказать. Клан Хаос. Что я могу сказать? Это прощальное мое видео. Те две недели, что я был с вами. Дружный коллектив. Ну, практически дружный коллектив. Мне, конечно, жаль, что The Smile не хочет заниматься кланом, ну и политикой в общем. Он занимается какими-то цифрами, уравнениями в голове, постоянными. Он как, в кавычках, глава альянса, должен как-то объединить кланы, с которыми у нас альянс. Но каких-то совместных действий, операций не происходило. О чем, ну, думает Смайл, я не пойму. Он ждет межсервера, ему придет какая-то помощь из иного измерения, я не знаю, о чем он думает, но мне до этого, чтобы, ну, чтобы принять такое решение, выйти из клана, ну, хорошего клана, то что там очень замечательные люди, атмосферные, добрые, лучшие, но если Смайл не начнет заниматься кланом, я не знаю, что будет дальше. Мне просто писала пару людей о Смайле, и ихние слова немножко сбегаются между собой, но есть различия, есть в их словах. Мне очень хочется верить, что это неправда, конечно. Смайл тоже рассказывал свою историю, как распался Enterprise и, ну, альянс ихний с Enterprise'ами. Почему Enterprise'ы ушли. Мне кажется, Смайл очень многого захотел и в себе увидел. То, что он сейчас сей час осознал и очень об этом жалеет, я надеюсь. Не знаю, куда я пойду. Наверное, это мое будет последнее видео о линейке. Я забью на нее нахер, потому что мое сердце таких страстей не выдержит. С вами был Розе. Всем до новых встреч.